Всем привет, дорогие друзья, с вами Мопсик. И сегодня мы, ребят, будем играть, как вы уже, наверное, подумали. Да, GTA RP. У меня уже 5-й уровень, я играю уже совсем давно. У меня 2570 тысяч. И это видео про GTA 5 RP. Да, ребят. Спрашивайте, почему я решил вас записать, потому что реально стало скучно в этом коронавирусе. И поэтому решил как-то вас подбодрить. 2 подписчика у меня ушло, и это я уже понял, что нужно снимать видео очень часто, потому что подписчики мне нужны, ребят. Почему нету видео по Фортнайту? Во-первых, это потому что Фортнайт я буду снимать только с нового сезона. И боевой пропуск тоже, наверное, буду снимать. Во-вторых, потому что мы чуть-чуть поссорились, как вы помните, с моим тиммейтом. А, красавчик. Ну, блин, что-то красавчик. Ну вот. И мы поссорились с моим тиммейтом. Живым огурцом, и поэтому я сейчас не играю в Fortnite, я сейчас играю именно в GTA. Мы раньше с ним тоже играли в GTA, только в онлайн, но потом он мы поссорились, короче, ну, вот так вот. Сейчас я же решил поснимать GTA 5 RP, просто так, если честно, и поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал. Кстати, ребят, вы знали, что если вы нажмете кнопочку подписаться, то она из красной станет серой. Да, ребят. То есть синий. То есть серый. Ну, вы как раз проверьте, какой цвет, серый или синий. Так вот. Ну и поэтому вот так. А если вы поставите лайк, то тогда он станет синим. Вы представляете? Да. Так, на чем я остановился? Сегодня мы чисто будем играть, проводить геймплей, зарабатывать денежки в GTA 5 RP. Мы сейчас выполним заказ, заберем тут люкс. Ух ты. Заберем тут денежки и поедем в банк. Сейчас мы поедем в банк. Поедем в банк. Опять в тот банк ехать, ну окей. С которого мы и начали. Вот. И скоро, когда я возьму уже 7-й уровень, это через где-то 5 роликов, может быть. Давайте сейчас посмотрим, как раз какой у меня уровень. У меня 5-й, почти вот наполовине, почти к 6-му. Вот, и когда мы достигнем 7-го, я запишу видео, кто лучше зарабатывает, инкассатор либо дальнобойщик. Сейчас я на этой теории вообще ставить не буду, потому что на дальнобойщике я еще не ездил. Я только второй день езжу на инкассаторе. То есть вчера я получил 5-й левел и ездил вчера весь день на инкассаторе. И сегодня, вот, я с утра езжу на инкассаторе. Ребят, тут мой ник, конечно, очень странный, не соответствующий моему каналу, но этот ник я придумал сам, и этот ник еще соответствует к GTA 5 онлайн. Так что я там тоже с этим ником, если хотите, добавляйте меня, друзья. Сейчас мы приедем, и я вам покажу этот ник. Там автобусы. Вот автобус я тоже хочу проверить вот в каком-то видео. Даже можно в следующем видео проверить, кто лучше зарабатывает. Инкассатор, либо же... этот, автобус. Но меня когда автобус подвозил за 50 баксов, то он типа сказал, что зарабатывает по 1800. В то время как инкассатор по 600 зарабатывает. Ну вот я, конечно, не знаю, что лучше. Вот, видите, 600, но уже 370.
Рыболовный магазин, но это сильно далеко. Давайте это возьмем. Так. Секунду, что я вам хотел... А, я хотел вам ник показать, да? Нет, я не сюда зашел чуть-чуть. Документы. Мое имя Рекс Дор. То есть тут вот Рекс Дор. И в онлайне тоже. Чел мне бибикает. Прикольно. Прикольно. Ну вот, так что ждите следующее видео сравнение, на ком лучше, инкассаторе либо автобусе. Если вы хотите, конечно же, это узнать. Второе, ребят, почему я начал играть в GTA? Потому что не сказал бы, что совсем давно, но давно вышла бесплатно GTA Online вместе с... Короче, лицензионная GTA Online, GTA 5, бесплатная. Да, ребят, она вышла в Epic Games, и там нужно было сделать несколько пунктов, чтобы в нее зайти. Это зарегистрироваться в Social Club и пройти по, ну, там, я не знаю, как это называется. Короче, пароль. Вот. И поэтому я скачала ту игру, попробовал поиграть. И с самого начала, как только я ее скачал, я пытался зайти в GTRP. Ребят, скажите, почему ты не записывал GTRP с того момента, как ты скачал игру? А записывал только GTA Online. Потому что, ребят, в тот момент я не смог зайти в GTRP. Потому что GTA 5... Потому что, как вам сказать, я не мог сюда зайти из-за того, что там нужно было выбрать файлик. И этот файлик нужно было поместить туда, где находится файл с GTA 5. А я не знал этого на тот момент. И вот только через дней 5, может, 2 недели, только тогда у меня и... Я смог зайти, потому что мне помог друг. Да, ребят. Он мне сказал, в какой файлик нужно ее класть. Ну, конечно, да. Капец. И я даже... Мы по Дискорду разговаривали, он мне даже помог найти этот файл. Извиняюсь. Ну, вот такие вот дела. Извиняюсь. Да, ребят, чё, блядь, это я. Ты видишь в глазах этого поюшина? О, банк недалеко, фух. Вот, так что, если что, еще раз хочу напомнить про битву, кто больше зарабатывает, инкассатор или автобус. Если вы хотите это увидеть, то напишите, пожалуйста, в комментарии под видео. И если вы хотите увидеть ссылочку в следующем видео на GTA 5 RP. Либо видео, как его нужно скачивать. Ну, видео, как его нужно скачивать, обязательно будет. Не переживайте. Сейчас я еще хочу поговорить про такси.
Ребята, есть два респо-такси. Это вот этот и вот этот. Почему люди их с самого начала берут, ребят, вы спросите? Потому что, во-первых, это заработок по 100, 150, 200 с самого начала. Во-вторых, потому что это хороший заработок, это просто легкая машина. И с нее легко зарабатывать. Гражданина не покажешь, как работать. Во-вторых, это... И, то есть из минусов. Из минусов я вам хочу, ребят, знаете, что сказать? То, что... Ты там не сильно можешь много заработать. Я за час зарабатывал только по 1000. То есть час на 1000 это очень мало. Даже на тех же инкассаторах можно за час 10-14 тысяч заработать. Так что это не вариант, ребят. Такси работать не вариант. Как только вы скачали игру, советую вам работать рыболовом. У рыболова есть преимущество то, что удочка, если, к примеру, с рук, самую простую удочку, если покупать, то ее можно купить за $500. А как только вы скачиваете игру, вам дается $1000. Второй заработок, это для новичков, которые только именно скачали, это подойти к Майклу и взять у него задание. Когда вы выполните все эти задания, вы вроде получите 5-4 тысячи. То есть из этих заданий нужно вам поработать на стройке либо в порту, пройти, зайти в магазин одежды и купить что-то, но можно не покупать... Типа зайти в ассортимент и сразу выйти, и вам задание засчитают. И пройти обучение в школе, в автошколе. Ну и четвертое, это нужно купить еды. Вот насчет этого я не знаю, можно ли там просто зайти в ассортимент и выйти. Либо нельзя, потому что я покупал себе еду, потому что я знал, что это она важна. Ну и... Без еды тут ты можешь умереть. Вот еще плюс $600. У нас 4071. Замечательно. 0.58. 0.53. Давай вот это. Что это опять за баг? Что это такое? Ой. Что тут стрелочка делает? Как убрать эту стрелочку? А, из машины выйти. Отключен. Почему именно рыбалка? Да, я вроде на этом закончил. Потому что там можно ловить рыбу. И я вам еще чуть-чуть расскажу про рыбалку и порты. Вот сейчас мы довезем заказ. Две точки. Вот две точки. И я вам все расскажу. Ой. Так. Да, ребят, если вы хотите спросить, почему ты так богато одет, я вам скажу, я заработал, у меня татушки на 10 тысяч и шорты на 7. Также у меня есть пиджак и джинсы-джоггеры. То есть это уже на джоггеры стоят 900,
А пиджак стоит у нас 5000 вроде. 5600. Вот. Ребят, вы спросите еще, почему я коплю деньги? На что? Самый главный вопрос. А я вам отвечу. Я сам не знаю, на что я коплю. И поэтому я просто коплю на удовольствие. Честно. Что вам еще рассказать? GTA RP это классно. Это классная игра. Мне очень нравится, потому что боты не мешают, пробок каких-то там нету. Вылетает. Да. Я играю на сервере Downtown, и это второй сервер по онлайну. Это очень-очень имбовый сервер. Тут к ближе 3 часам, либо 4. Онлайна 2000. То есть и вы сразу не зайдете. Вам нужно заходить либо в час. Я сегодня заходил в 1:13. Либо меньше часа. Потому что потом вы будете стоять в очереди. Если вы в 2 зайдете, то там очередь либо 200, либо 100 человек будет. Мне один раз повезло, там было 70 человек в очереди, и я быстро зашел. Вот, так что советую вам побыстрее заходить на сервер, если вы хотите со мной поиграть, бараны. Ну не вы бараны, а тут 2 барана. Так, что долларов мы получили? Сейчас мы посмотрим, куда поедем. О. Так, вот, короче. Что я хочу рассказать про респы такси, да? Про вот этот вот респ. И про вот этот вот. Вот этот респ лучше. Он находится почти, ну, приблизительно на краю карты. А этот нет. И этот, тем более, этот возле казино, ребят. Возле в казино очень много людей. И, кстати, в казино только с 3 уровня можно попасть. И вот сюда вот приходит толпа. Я один раз тут насчитал 20 человек. Сюда же, где я всегда брал такси. Я брал всегда такси вот здесь. Тут такси спавнится чаще, ну, по моему опыту. И там меньше людей. 10, даже 2 человека может быть. И то редко 10. За вот этот респ я вообще ничего не говорю. За этот респ я вообще ничего не знаю. Наверное, там много такси, потому что он в самой жопе. Так что вот так. Почему рыбалка? Вы едете сначала в рыболовный магазин. Вот так вот он выглядит. После чего вы должны приехать на вот этот вот порт, потому что почему, вы спросите, почему не на вот этот вот, или вот этот, или вот этот. На этом порту у вас нужно 2 обучающих рыбки поймать. На том же порту 1. И тем более на эти порты вам нужно арендовать лодку, чтобы туда доехать. Этот, это как сказать, пирс. Туда просто заезжаешь и рыбалишь. Но там очень много людей. Ну окей, ребят. Про рыбалку будет в следующем видео. Ну что ж, ребят, всем спасибо, в принципе, за просмотр. Надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал. Всем пока.